В Германию, например, брали автомобиль на прокат, куда-то там уехали. Но одно дело Германия, другое дело это Россия. И в России, как мы знаем, все гораздо сложнее. И о опыте организации автомобильных туров по России по системе Fly and Drive расскажет руководитель проекта Drive to Russia Алена Дудашвили. Приветствую. Государству тоже эти проблемы близки, и они как-то их пытаются решать, услышав нас. Что означает система Fly and Drive? Это такой тоже автомобильный вид туризма, другая грань его. Это когда путешественники прилетают в какую-то страну или в какой-то город, не заморачиваются подготовкой своего собственного автомобиля, а могут его взять на месте, отправить в путешествие самостоятельно или в организованной группе. Прежде чем начать свою презентацию, я бы хотела показать короткий ролик, как это происходит у нас. После мы также успешно
запустили проект Fly and Drive в Киргизии. На тот период там было достаточно легко, это было где-то в 2013 году, на тот период туризм там развивался достаточно динамично, и много частных компаний стали давать машины в аренду по системе self-drive, то есть водители могли, туристы могли сами управлять автомобилем, что в целом в России на тот момент еще даже не предоставлялось, и было не так много компаний, которые могли бы дать, и сейчас, собственно говоря, нет, которые могли бы дать машины в аренду. Поэтому с чего мы начали? Мы начали в России. Вот в 2016 году мы озадачились тем, чтобы запустить такой же проект уже в России. Провели большой достаточно опрос среди нашей партнерской иностранной сети, будет ли им интересно путешествовать по России на автомобилях, вот, и что было бы им интересно, и получили достаточно такой большой резонанс. Собственно говоря, все упиралось как раз-таки в автомобили. Все упиралось в автомобили. Где взять машины? Какие машины? Если в Киргизии мы не задумывались над этим, потому что там предоставлялось достаточно большой спектр автомобильных брендов. Это и Toyota, Land Cruiser, и Sequoia, это и Mitsubishi, и другие бренды высокого класса. А в России мы столкнулись с проблемой, что найти даже 2-3 одинаковых автомобиля, чтобы провести маршрут, было достаточно сложно. Вот. И, собственно говоря, ну, тут можно прочитать фразу, это такая наша любимая легенда, что Луис Ли однажды там, в филантропической встрече нам сказал, что русские дороги для русских машин. Вот. И эта фраза она была ключевой. Мы начали задумываться о том, что почему бы действительно нам не проводить туры на русских дорожниках. Это, собственно говоря, является легендой. И когда мы стали говорить о том с иностранцами, они приняли эту идею очень здорово и сказали, да, конечно, на таких же машинах мы еще должны ездить по России. Собственно, поэтому мы остановились на УАЗах, приобрели в свой парк несколько УАЗов-патриотов. Сейчас у нас есть даже уже с автоматической коробкой передач. И следующей проблемой у нас стало, это с каким продуктом, собственно говоря, выйти на рынок. Лето у нас было занято, как я говорила, уже в Киргизии, мы достаточно активно там проводили автомобильные туры. Вот. А в Россию зимой мы ничего не делали. И поэтому решили, что, наверное, нужно попробовать выйти на рынок зимними маршрутами. И опять же, друзья, партнеры нам в этом помогли, они сказали, что, конечно, почему нет. Собственно говоря, мы тоже, туроператоры, летом очень заняты, а зимой нам было бы интересно путешествовать. И тогда мы решили объединить два города. Это Москву и Санкт-Петербург. Осталось нам определиться, собственно говоря, с целевой аудиторией, потому что мы уже выбрали машины, выбрали время проведения, и осталось определиться с целевой аудиторией. Из наших партнеров мы их поделили на три части. Это была у нас Юго-Восточная Азия, она была для нас самая желанная, потому что люди, представители Юго-Восточной Азии, они хотели путешествовать и останавливаться только в хороших отелях, в звездочных отелях, хотели Москву, Санкт-Петербург. Собственно говоря, все активности, которые мы можем предоставить по маршруту, и устраивало их зимнее время для путешествий, потому что во многих этих странах они просто даже не имели никогда снега. Вторая целевая аудитория была Европа, ну тут все понятно, да, тут мы не сильно отошли от караванеров, собственно говоря, им больше всего хотелось это интересного маршрута, им без разницы было где останавливаться, главное, чтобы это было комфортно, это могли быть и кемпинги, и отели, там 2-3 звезды, питание русское традиционное, собственно говоря, тоже активности, в основном это летние путешествия, памятники архитектуры интересовали, и туры от 7 до 14 дней. Такая аудитория нас тоже вполне устраивала, после мы говорим об этом. И Россия. Вот Россия для нас до сих пор остается загадкой, потому что это не совсем наша целевая аудитория, как мы привыкли работать. А наше время закончилось. Да, сейчас еще 5 минут, 3 минуты буквально. 5 минут мы не можем дать, потому что у нас 15 часов, когда идут автобусы на экскурсию. Одну минуту, да. Ну, трудности тут уже были озвучены, мы не переходы получили. Я бы хотела поговорить о визах и приграничных зонах, но тогда это уже в следующий раз. Ну, собственно говоря, в 2017 году состоялся запуск наших программ, и сейчас мы уже имеем несколько.
из них, по которым, собственно, работаем. Вот так выглядят все наши активности. Я видел индусы, индусов привозили большое количество. Да, я же говорю, это как раз потому, что основная наша целевая аудитория — это стала Юго-Восточная Азия. И здесь надо добавить, что вот иногда мы сами имели возможность управлять этими УАЗами, да, местами, и это тоже должно было. Нет, это не местами, это вообще концепция нашей компании, то есть это не только флай-драйв, но это еще и селф-драйв. То есть люди управляют автомобиль самостоятельно. Да, но... В экзонных маршрутах, собственно говоря, да, под нашим сопровождением. Замечательная история, потому что, в принципе, со всеми маршрутами и проектами флай-драйв, проекта Drive to Russia, можно ознакомиться на сайте. Да, можно ознакомиться. Да, там очень много интересного. На самом деле, рекомендую всем посмотреть. Это опыт уникальный. Спасибо. Спасибо большое, Алёна. Спасибо. Ну, мы в ускоренном темпе движемся дальше, потому что немножечко мы в связи с активностью дискуссии из регламента выбились, и через выступление продолжает подходит Денис Александрович, член правления Общенациональной ассоциации автомобильного туризма и караванинга, который расскажет нам о том, какие итоги были подведены по ходе экспедиции по Чуйскому тракту на предмет поколения с его транспортной доступностью и, собственно, по реализации автомобильного туризма. Да, спасибо большое, организаторам. Очень рад видеть людей, которые досидели практически до конца мероприятия. Спасибо вам большое. Включить, пожалуйста, презентацию. Я хотел бы обратить внимание на то, что у нас самая большая страна в мире. Даже еще об этом и говорили пока в рамках этого мероприятия. И не только на иностранных туристов, на европейские направления нужно ориентироваться. Есть у нас еще такие места, как Республика Алтай.